Почему все поют и кричат о любви? Потому что ее нет. Почему все поют и кричат и поздравляют друг друга и желают друг другу счастья? Почему? Потому что нету его. Точно. Видите, как точно. Не мета. Нету счастья. Поэтому человек, который несчастный, больной и бедный, если он желает вам счастья, здоровья, богатства, он на самом деле у вас их заберет. Yes, yes. Это пустые пожелания абсолютно. За ними ничего не стоит. Обратный результат. Счастливым пожелать может только счастливый человек быть. Богатым только богатым. Здоровым только здоровым. Если больной человек пожелает вам здоровья, что такое пожелание? Это передача того, что есть здесь, туда. Войны. А? Поэтому будьте осторожны с такими пожеланиями. Бесплатными. Как раз вот Новый год, Рождество, вот будут все. Будьте осторожны. Мантру повторяйте свою, когда вам это желают. Мантру свою повторяйте. Вот приходит родственник, говорит, ой, дорогая, я тебя там поздравляю, всего желаю. Ну, стандартный набор здоровья, счастья, денег, да? А вы стойте и мантру повторяйте, вот так держите. А то, как сказано в Библии, то, что есть, отнимется, да? Как держать руку? Вот так. Вот так держать. Вот так держитесь. За это, за косяк двери, вот так. Она большая, она большая. А то, что есть, отнимется. Потому что если бы вот эти желания работали, все бы на земле уже, я не знаю, миллиардерами были бы давно. А что-то наоборот все становится. Поняли вообще, о чем я говорю, да? Это серьезные вещи на самом деле. Желаю чаще всего того, чего не хватает самому. Естественно, совершенно верно. Он-то потому и желает вам. Точно так же, как желает другим там. Почему другим желают смерти? Потому что сами больше всего боятся. Почему желает богатства и счастья вам? Потому что его нету самого. Поэтому что он вам желает? Он на самом деле отнимает у вас это. Он вам передает энергию какую? Энергию отсутствия здоровья, отсутствия счастья, отсутствия денег. Вот если вам Билл Гейтс пожелает богатства, тогда окей. Это нормально сработает. А богатые никогда не желают такого. Что? Богатые люди почему-то никогда не желают. Ну вот, наверное, они ведь понимают это подсознательно, чувствуют. И жалко, жалко. Пожелал, значит, отдал. Жалко. Потому что они просто не думают, им хватает, они не думают, что... Возможно, да, возможно, да, возможно, разные причины. Но одна из них, я думаю, подсознательно так и есть. Что значит пожелал? Пожелал, передал свою энергию.